Всем привет! Привет, привет, привет! Сегодня приглашаем вас присоединиться к нашему путешествию на озеро Каосок. И все достопримечательности, которые нам встретятся по пути, мы тоже обязательно заедем, посмотрим, покажем. Ну что, желаем вам хорошего настроения, хорошего просмотра, ставьте лайкосики, погнали! Подписывайтесь! Ура! Вот такая Toyota нам достается. Предлагали Ярис, привезли не Ярис, а привезли Vios. Какая-то другая машинка. Вот, ну даже, наверное, это лучше получается. Значит, цена аренды на сутки 1400 бат, депозит 2000 бат, плюс бензин за наш счет. Пока 1400 – это самая дешевая цена на сутки, которую мы нашли. Сегодня мы впервые за рулем праворульной машины и, получается, левосторонним движением, да? Ну, глазами все видела, теперь надо головой это дело осознать. Вот, ну что, будем включать дворники вместо поворотника, все как положено. Ну, попробуем, освоим. Мост Сарасин. Первый мост, который связал остров Пхукет с материком. Длина моста 700 метров. Был построен в 1967 году. До постройки моста люди переправлялись на материк паромом. С увеличением потока туристов и числа автомобилей в 2011 году был построен новый мост, по которому мы в данный момент передвигаемся. Старый мост Сарасин был преобразован в туристическую достопримечательность – пешеходный мост, с которого можно ловить рыбу, делать красивые фото, любоваться закатом. Самое лучшее время для прогулки с 5 до 7 вечера. Небольшой пит-стоп. Очень красивые места. И наши туристы. Вот, вот, вот. Тебя, тебя. Вот такая здесь заправка чумовая. Не знаю, какого она века. Как ей пользоваться еще раз? Накачиваешь наверх, выпиляешь литры. А, это вот здесь, да? А потом сливаешь, открываешь кран, и все течет тебе в бензобак. Класс. Вот так это выглядит. Странно. Пошел. Он кончился там. The finish. How can you up there? Ну что, идем заселяться в эту красоту. Живем прямо в самом центре джунглей, посередине между парком, да, и озером, получается, парк Каосок. Отель Monkey Mansion. Thank you.
сплю в гамаке. Ничего себе! Какой красивый! Когда, как вы понимаете, нет? Это просто отверстие. Очень красиво. Тоже гамаки, моя рыбка. Все, уже отдыхаешь. Thank you. Okay, thank you so much. Вот на таких лодочках как раз-таки и проводятся поездки. Ну, погода сейчас не жаркая, мы уже на закате. В принципе, время 4:30 вечера, еще все работает здесь. Есть маршруты с ночевкой, маршруты без ночевки. Туалет, кафешечка здесь также имеется. Мы, получается, будем брать вот одну лодку за 1700 на всех. Плюс сам вход в парк стоит 220 бат на человека. То есть мы сейчас заплатим 1100 бат за вход в парк и 1700 бат за аренду лодки. Долгожданная поездка на озеро Каласок. Доплатили еще 300 бат за групповое купание. Где-то посередине озера остановимся и покупаемся в пресной водичке. Озеро Чаолан является жемчужиной национального парка Каосок. Когда-то давным-давно на месте водоема находилась самая обычная тайская деревушка. Более 30 лет назад по приказу короля Рамы IV началось строительство крупнейшей плотины Ратчапапа. Было принято решение о создании водохранилища размером около 160 квадратных километров. На данный момент это озеро является не только источником пресной воды для всей провинции Суратани, но и самым загадочным и живописным памятником природы. На дне озера стоят многовековые деревья, отвесные стены гор представляют под водой грандиозное зрелище. Глубина водоема достигает 150 метров. Из глубин виднеются причудливые формы деревьев, тянущие свои ветви к поверхности. Многие дайверы облюбовали это место.
Хотя бы раз в жизни необходимо побывать в таком завораживающем месте, как озеро Чеолан, подумать о смысле жизни и немного помечтать. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Кишит рыба просто в огромном количестве. Ну-то она только в этом месте прикормлена, получается. Никуда даже не уплывает отсюда. Он тебе еще подкидывает. Давай! Двумя руками, говорит, лови. На тебя, давай. Давай, давай, давай. Ну что там, шарады, конкурсы. Давай. You have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Просто свет от звезды. Да, на плавок приходится только исключительно в жилетах. Лестница, подъем сломан. Вот, еле вылезли. И жилет он крайне мешает. Но очень странно вообще в пресной и теплой воде плавать как-то неожиданно. Вот, а пирс непосредственно весь разбит. Сейчас покажу. Собственно, ну примерно все здесь находится вот в таком вот состоянии. Лестница подъемненько сломана, в полу дырочки. Вот, но на самом деле все равно испытали кучу эмоций положительных, это самое главное. Вот, и вообще здесь классно на самом деле. Вот, вот в таких домиках ночуют, ну, кажется, на экскурсии. Собственно, вот так выглядит ночевка на озере. Выходишь и сразу бульк. Очень красивое место. Тихо, спокойно, завозят нас в, ну, не знаю, это нельзя назвать деревушкой, причал, где небольшие домики, столики, куча рыбы, которую можно кормить, поймать голыми руками. Очень великолепное место, абсолютно не зря сюда ехали, очень довольны. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They won't... Возвращаемся уже в полной темноте. Мы, кажется, последняя лодка на сегодня. Время 7 часов вечера. Вот так начинается наше утро в раю.
Доброе утро! О, ничего себе, кто это такой? Не знаю, я в них не разбираюсь. Я желаю, чтобы каждое ваше утро начиналось вот так. Обалдеть! Так, ну я давно хотела это показать. В общем, это каучуковые деревья. Называют их рабр-три. Видимо, оттуда пошло слово рубероид. На деревьях делают вот такие вот надсечки. Не очень высоко. Вот сами деревья. И по ним стекает белая жидкость. Я хочу ее потрогать. Слушайте, ну жесткая такая достаточно. Ух ты, вообще палец не провалится. Как будто я герметик, короче, руками трогаю. Вот прям точно такое ощущение. Класс. А запах немножко сладковатый. Вот, но при этом мы обратили внимание, что все деревья, у которых делаются надсечки по добыче, ну, вот этого сока, у них практически у всех лысая крона, к сожалению. То есть человек делает все, чтобы забрать у природы все необходимое для себя, при этом природе ничего не оставляет. Потому что те деревья, на которых надсечки нет, у них хорошая густая зеленая крона. А этих же деревьев, увы, не так. А из этих пальм делают пальмовое масло. Вот тут такие отростки, похожи на орешки или на финики, на что-то такое. Вот, как только они созревают, их снимают, разрезают, и из них как раз из внутренности добывают пальмовое масло. На пальмах огромное количество термитов, видимо, очень питательное вещество. А на той стороне плантация для выработки каучука. День номер два. Все живы. Все те же на манеже. Собственно, с хорошей компанией, хорошим настроением, хорошим авто. Я думаю, что все пойдет у нас хорошо. Ставьте лайки. А, лайкосы, лайкосы. Где лайкосы? Вон лайкосы. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Абсолютно случайная локация. Там и парк. Вот там вот сверху должна быть смотровая площадка. Какое-то космическое место. Вот сверху еще один храм. А вот он, наверное, храм. Сейчас попробую подняться наверх. Ребята там смотрят гуляющего просто так павлина. Как будто здесь снимают сказочные фильмы. Красота красотишная. Ой, вот эти цветочки красивые, смотри, какие. Которые в голову одевают. Кстати, они очень вкусно пахнут. Сейчас попробуем подняться наверх. На улице дождь идет. Сегодня с погодой нам везет. Потому что там, где горы, там всегда осадки. Такая вот закономерность. Ага, вот лестница идет. Я думаю, что нам по ней.
Дхарма-парк – это мирный монастырь, окруженный естественной атмосферой красивых гор. Он подходит для практики дхармы и является местом для обучения медитации – випассана. В этом месте располагаются сразу 6 пагод на разной высоте. Самая высокая – это небесная и плавающая пагода. Она почти всегда скрыта облаками, находится почти в 300 метрах от земли, где хранятся реликвии Будды. И каждый год, когда дело доходит до длинных выходных, здесь будет полно людей, которые едут в гору воздавать должное поколению для процветания жизни как себе, так и своей семье. Ну что, мы решили покорить только одну из 4 высот. Давай перенесемся, покажем. Да, мы ее покорили, тут вопросов нет. Но за нашей спиной еще 4 места, и они еще выше, чем здесь. Я думаю, с них открывается тоже прекрасный вид. Кстати, людей здесь нет никого. Это действительно оказалось не туристическая тропа, а все-таки, видимо, более рассчитана на местное население. Но в любом случае здесь просто эмоции зашкаливают. А в этом домике сидят 3 нефритовых Будды. Сейчас я... Не знаю, как называется. Сейчас мы вам покажем. Вот такой вид красивый открывается нам. Вообще у них считается, что все, что ты поднимаешься по лестнице, это твой путь очищения. Поэтому чем выше лестница, тем чище твоя душа к восхождению его. И этот вид, который мы видим отсюда, он, ну, благодарность нам дается за наш путь очищения. Класс. Приехали по пути в место, где можно покататься на слониках. Стоимость поездки получилась 1200 бат на двоих, на одного слоника. Ну, по поездке полчаса. В эту стоимость входит также чай, кофе, водичка и фруктик. Вот, ребята покатались, им очень понравилось. Мы второй раз уже не поехали. Но ребята в целом довольны. Вообще в это место также привозят и экскурсионные автобусы. Но, насколько мы поняли, это единственное место в этой локации, где, ну, ближайшее от Каосок, где можно покататься на слониках. А это приятный бонус, который входит в поездку. Бесплатный кофе, чай, фрукты и ананасик. Давай, это все нам.